Друзья, всех рад приветствовать. Мы находимся в BMG Drive Online. Сегодня со мной, как обычно, мистер Кей. И сегодня мы на вот таких замечательных, покрытых золотой пленкой, без номеров, мерседесов. Ну а такие мерседесы, тем более без номеров и с такой пленочкой, разумеется, дают понять, что мы сегодня, друзья, вместе с мистер Кеем в качестве мажоров. Мажоров, которые на сегодняшний день будут творить здесь сущий беспредел. Главное, чтобы этот беспредел не закончился, конечно, аварией, но кошмарить вот этих водителей сегодня мы будем по полной программе. И я так понял, что ты сегодня хочешь устроить смертельные шашечки, я правильно понимаю? Я, конечно же, не хочу устраивать смертельные шашки. Да, шашки мы сегодня устроим. Я хочу добраться с максимальной скоростью, которую только сможем добраться до конечной точки, да! До нашей дачи. Да и... Пропусти ты этот гелик. Уже испортил машину, не видишь границ даже. Вообще, извините меня, он должен мне уступить, и он должен оплатить мне ремонт. У меня бампер оторвало, золотой бампер. Камон, что за фигня? Слушай, я скажу тебе, что шашки это хорошо, но ты заметь, насколько сегодня скользкая дорога, а люди-то объезжают, заметил? Да, сегодня ночью, так сказать, резко похолодало, поэтому весь снег примерз и образовался гололед. Ехать будет очень тяжело, но это нам не помешает, если ты будешь ехать аккуратнее. Подожди, тормози, тормози. Ты вообще берешь, с ума сошел, что ли? Аккуратно, аккуратно. Я просто не думал, что настолько скользко. На самом деле, тачка очень мощная и опасная, понимаешь? Вот я тебе к тому говорю, что хорошо, мы там мажоры с тобой и так далее, но я бы не хотел такую тачку разбить при первом же повороте. То есть ты все равно мыслишь как настоящий мажор. Ты думаешь о том, чтобы не разбить свою тачку, вместо того, чтобы не угробить людей, которые едут, например, по встречной полосе. Это опасно сейчас, ты опасно, конечно, едешь. Нормально, хорошо, давай разгоняться. 150, я уже разогнался, проезжаем какую-то деревеньку. Ай, да я понял, ничего себе. Какого хрена? Ёпперсете. Как меня вынесло в этот сраный столб? Скажи мне, пожалуйста. Жизнь мажора закончилась. Почему у меня всю тачку еще разорвало от этого столба? Что за столкновение было? Я думал, меня должно оттолкнуть. А, слушай, я смотрю, ты тоже пострадал, да? Я врезался в бетономешалку. Слушай, ну, как и водится, мажора может остановить наглого без номеров только лишь как раз-таки столб. Или бетономешалка. Эй, какого хрена? Он тебя проучить решил, ты это видал? Чё? Он тебя просто проучить решил. Водитель маршрутки, пожалуйста, они так себя и ведут. Ты думаешь, ты кто-то вообще для водителя маршрутки? Вот он, король дороги, на самом настоящий. Слушай, ну, это было неожиданно, на самом деле. Так, аккуратнее, аккуратнее. Ты что за дорогу выбрал? У тебя не Нива. У тебя же... Надо было как-то объехать, там бетономешалка стояла на аварийке, не хотелось бы в нее вписаться. Ох ты, ладно, аккуратно! Мы протестили! Протестили машины, давай теперь аккуратненько дальше действовать и больше врезаться мы никуда не собираемся. Слушай, да, правильно, давай постараемся, почему бы и нет. Блин, автобус! Еле объехал, да твою налево! Только сказал, только сказал! Капарасоте! Друзья, в эти зимние дни как никогда хочется новогоднего настроения и немного сказки. И эту сказку вы действительно можете прочувствовать на себе, играя в Криминальной России на серверах Радмира. Ведь именно здесь, в эти новогодние праздники, для вас готово невероятное обновление, где вы сможете поучаствовать в незабываемых сказочных мероприятиях и вместе со всеми ощутить всю атмосферу Нового года. Проведите эти новогодние дни с друзьями, отрываясь по максимуму. Такого вы никогда не забудете. Ну и, конечно же, как же в Новый год без подарочков? Они вас будут ждать под елочкой. Остается только выбрать правильную коробку. Обязательно регистрируйся по моей ссылке в описании. В игре ты получишь 75 тысяч и 3 дня золотого VIP-статуса, что очень поможет на начальном этапе. Я играю здесь уже 7 лет и буду очень рад видеть тебя. Приятной игры. Макс, неудачно все выходит, очень плохо. Золотая молодежь себя так не ведет. Она хоть и покупает такие машины, но она все-таки должна что-то уметь делать. 2 раза я вписался просто по идиотским обстоятельствам. Давай теперь... Без проблем, и поедь вперед, пожалуйста, мне так будет поспокойнее. Слушай, я думаю, что золотая молодежь, хоть и кошмарит всех таким образом, но не делает это настолько на скользкой дороге. Ты понимаешь, что сейчас... На скользкой дороге я вообще не думаю, что кто-то бы рискнул так ездить, особенно как ты. Нормально, нормально, сойти, нормально. Не врезался никуда? Нет. Хорошо, я притормозил. Давай разгоняться, здесь
городок, давай этот проедем. Мне вот не нравится, я уже... Черт, какого ты вышел? Два раза в этом городке мы уже вписались. Кого-то сейчас тоже ты в меня вписался. Опять городок, надо его нахрен проехать. Несчастливое место. Давай ускоряйся, аккуратней будь, карманы лови. Смотри, автобус как объехал. Воу! За автобусом еще несколько машин было. Все. Разложился? Именно там же, где ты объехал. Надо было тоже обочину брать. Слушай, если ты хочешь действительно пошашковать, вот сейчас ты мне создал помеху, понимаешь? Из-за этого я врезался. Едь за мной тогда, и все будет хорошо. Ты слишком много виляешь. Я когда за тобой еду, я не успеваю... Кстати, мне приходится на обочину выезжать, чтобы объехать транспорт, который находится передо мной, потому что я тебя догоняю, и в результате мне приходится тормозить. Я не тормозить не хочу, я хочу давай, только разгоняться. Давай на скорость, я не против, давай на скорость попробуем. Ну смотри, это опасно на такой дороге, 200 км в час, посмотри. Как тебе такие шашки? Это опасно, смотри, но это будет не так опасно, как если тебя понесет в сторону. Вот тут надо держать руль очень уверенно. И 240. Держать скорость очень уверенно. 240 несемся, действительно. Прямо за тобой еду идеально. Там давай, давай, машины. Давай, давай, давай. Главное, давай, чтобы давай. Никто навстречу не выехал внезапно, как автобусник тогда тебя подрезал. Хорошо, едем просто шикарно. Тут 260 несемся по ледяной дороге. Объезжаем всех. Слушай, направо носит. И налево. Немножко все равно носит, видишь? Тебя носит. Черт! Твою налево. Это из-за заноса. Хорошо, хорошо тебя впечатал. Я, кстати, мог бы объехать, но ты вписался и в результате, так сказать, подставил другие машины мне идеально под траекторию движения. Слушай, ну раз это хорошо получается, может быть, тогда ты будешь ведущий и поедешь впереди? Слушай, я на самом деле с удовольствием, потому что самый большой страх, который впереди может быть, это ты. Несешься, я боюсь просто не вырулить за тобой. А когда ты впереди едешь, полностью контролируешь дорогу. Но я тебе скажу, что я бы вырулил в той ситуации, но на самом деле на большой скорости гололед очень сильно имеет огромное значение. Жопа постоянно водит, 240 км в час для такой дороги это слишком скользко. Аккуратно, аккуратно выруливают, 200 км в час. Бетономешалка, аккуратно! Направо! Господи, опять на обочину. Держишься там, не раздолбался? Держусь, 200 км Хорошо. В час. Притормози чуть-чуть. Ну, подвеску тебя помяло, возможно, как раз таки колесо у тебя еще отлетит, не подумай об этом. Так, чуть-чуть, 230 у меня скорость. 240, давай догоняй, немного сбросил. Впереди много машин, аккуратно их объезжай. Бетономешалка здесь сейчас сраная. И автобусник этот, который, блин, навстречу постоянно выруливает. Аккуратненько, 250 км в час. Слушай, хорошо сейчас едем. Давай, 230 у меня, догоняй меня. Можешь меня обогнать, гелик? Это было очень быстро. Чёрт, ты мешаешь. Ё-моё! Есть! Меня закрутило! Макс, тормози, меня закрутило! Тихо! Засмотрелся на тебя. Зря сказал, получается, что меня закрутило, потому что в результате у меня только чуть-чуть бампер раскрутило, раздолбало. Меня ты просто ликвидировал. Ты киллер хренов. Просто ликвидировал, действительно. Слушай, я на самом деле этот участок уже неоднократно проходил, правда, на других автомобилях. Здесь у нас усложняется все тем, что у нас полностью отключена стабилизация. И мы как мажоры, естественно, должны ездить с выключенной стабилизацией, чтобы, если что, где-то пустить машину бочком, показать, какие мы крутые, повыпендриваться. Но также у нас, как и у мажоров, огромная скорость, как ты видишь, а также отсутствуют номера, чтобы не переходили огромные штрафы. Честно говоря, ты сейчас описываешь настоящего самоубийцу. Вот ты сейчас несся бочком на бетономешалку. Я и видел, вот ты говоришь, опасно. Можно без стабилизации. Давай. Когда тебя размажет. Там будет вообще некрасиво, я тебе пропусти, так скажу. Теперь меня пропусти, будем тогда так давай, ездить. Давай, объезжай и самое, меня. И самое главное... стоп, аккуратно, не смотри. Аккуратно, там бетономешалка еще впереди, тихо. Гелик сейчас объеду, вот дальше обгоняй спокойно. Отлично. Дальше трасса пустая, давай. Отлично, хорошо, держим. Слушай, нам нужно доехать до конца быстро и красиво. Но у нас получается только быстро и красиво раздолбать машину. Вот это мне не нравится. Поэтому запомни мои слова. Мы сейчас доедем до самого конца, и что бы то ни было. Слушай, я только за на самом деле. Держи, главное, скорость по 200, но старайся не больше. Обгоняю. Впереди внимание. Огромный, пустой, прямой участок. Давай, хорошо. Иду на обгон. Я чуть-чуть автобус задел. Иду на обгон. Чуть-чуть. Ну а что поделаешь?
Бывает, ну, я уже не стал говорить. Как говорится, все измеряется в денежном эквиваленте. Если ты можешь покрыть такой ремонт, то вопросов вообще никаких нет, ты мажор. Слушай, ну я не могу ехать больше с 200, у меня уже просто не вытягивает машина из-за проблем. Слушай, ну и хорошо, 200, это позволь там доехать до конца хотя бы. Согласен, 250, у тебя что-то там отлетело, по-моему. Да, есть такое, нормально. Слушай, задел тоже. Немного держи. Колесо у меня повело. Ну а в целом хорошо, я не уверен, да, я буду ехать прямо. В целом хорошо. Господи. Нормально, до конца доедем. До конца, давай, все, это можно отремонтировать без вопросов. Слушай, ну надо хотя бы остановиться. Ну жизнь мажора. Хотя бы колеса поправить, я не знаю. Ну прям жизнь мажора, наглядно просто. Каждый день такое у них происходит, понимаешь? Особенно если смотреть на твою машину. Как там вообще ехал, я понятно. Слушай, на самом деле мы доехали почти до конца. Там осталось всего лишь один несчастный поворот. Всего лишь один несчастный поворот, и если бы мы его, до него доехали бы, мы справились бы. Поэтому я сейчас предлагаю, как нам сделать. Не больше 200 км в час. Можно подрифтить там спокойно. Думаю, на такой скорости как раз таки дрифт будет более чем безопасен. Безопасен. Идеальная безопасность. Отлично! Смотри, какая безопасность! Смотри, держи, держи, удержи! Удержи! Главное выдержать! Удержи, нормально, хорошо, я удержу! Хорош, держи дальше! Возможно, да, сейчас держи, ты остановиться, нормально, все! Хорошо, бампер там что-то трясется, нормально! Это поправимо! Бампер трясется, у тебя там с подвески уже хрен знает что творится, нормально едет? Слушай, ну я могу тебя похвалить, ты уже начинаешь чувствовать дорогу, это самое главное! На самом деле я чувствую не просто дорогу, я чувствую эту машину, Мерседес, вот это вот качество, чтобы ты понимал. Потому что проехался по бездорожью, подвеска в идеальном состоянии. Вот если бы мы ехали на золотой BMW, вот это была бы жопа. А там наверняка люди думают, нахрена вы взяли золотые Мерседес, вот золотая BMW, вот эта тема. Я не соглашусь. Слушай, ну мы на золотых бэках еще с тобой не ездили, давай с этого начнем. Да я уже уверен, там только на обочину попадешь, все, у тебя колеса во все стороны разные поедут. Так что дело такое, ладно? Я на самом деле уже 240 разогнался, хотя мы договорились ехать 200, не больше 200. Что вы творяете? Нормально, едем. Слушай, нормально, так, подожди, мне надо остановиться, меня раскрутило, как ЮУ. Давай, у меня все хорошо. Слушай, ну вот это было красиво, да, конечно, пострадали наши машинки, но, ё-моё, вот такой дрифт. Один на миллион. Ну немножко пострадали. Давай с этого начнем. Не сильно. Да, у меня только бампер долбанулся. Главное, что колеса на месте. Тем более, что финишная прямая буквально нам сейчас предстоит. Слушай, а ты давай, не разгоняешься. Обгоняй. Нет, я тебя ждал вообще-то. А, окей. Я же тебя ждал. А с машиной у тебя нормально все? Ну в целом да, в целом хорошо, но немножко жопа порвала. Чуть-чуть буквально. Об стол. Хорошо, я понял. Ну окей. Слушай, вот здесь обочина? Черт! Что там с тобой? Все. Жопа. Не вписался. Влетел. Нет, все, колеса. Я вижу. С колесами проблемы. Ты знаешь, я думаю, нужно нам посмотреть, как себя эта машина ведет со стабилизацией и при этом не в гололед. Вот тогда, я думаю, мы спокойно сможем управлять и в шашки хорошие поиграть. Да, тогда это будет, так сказать, легко и просто, но абсолютно неинтересно никому, в отличие от того, что происходит сейчас. Там машину смял, ты в курсе вообще? Нет, шашки всегда интересны. Это немножко задел. Шашки всегда людям интересны. Да немножко задел. Почин от той машины не осталось. О, ты решил подрифтить? Я тоже хочу. Гелик сейчас объедем. А я гелик зацепил. Бортанул. А я гелик зацепил. Да, бортанул-то. Ну слушай, давай так. Дорога действительно была скользкая, неуправляемая практически машина. Не получилось даже проехать 20% этой трассы, друзья. Было очень сложно. Но именно здесь конец вот этой всей трассы. И с первого раза доехать, мне кажется, это нереально. Да. Тормози. Когда ты выпендриваешь туда и сюда. А это конец? Тормози! Куда ты? Ну вот нормально. Так заканчивается жизнь мажора. Так заканчивается, друзья, жизнь мажора. Учтите это, пожалуйста. Ну а если вам, друзья, шашки этих мажоров понравились, то обязательно, пожалуйста, поддержите этот ролик лайком. А я же, в свою очередь, каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.